Очередная выходка запрещенного в России движения «Правый сектор». Уже сутки на западе Украины экстремисты задерживают фуры с российскими номерами и угрожают вовсе закрыть трассы, если Киев не запретит торговую деятельность России на украинской территории. К слову, это стало бы прямым нарушением международного права. Радикалы организовали блокпосты в Закарпатской, Волынской и Львовской областях. Представители полиции успели отрапортовать, что скопления больших грузов нет. Однако сами водители с уверенностью говорят, стоять на границе придется не один день. Несколько часов назад Кабинет министров Украины поручил разобраться с ситуацией сразу трем министерствам. Но политики ждут не действия, а предложений, да и то к началу следующей недели.